Дружище, забери свой новогодний подарок. Выбери один из 5 контейнеров и получи премиум танк или море золота всего за 99 рублей на WodKit. Ты еще тут? Быстрее занимай места в бесплатной новогодней раздаче 5000 золота. Ссылку и промокод найдешь в описании под роликом. Что у нас? Это танк 5 уровня? Ты еще вроде что-то говорил про то, что он льготный. 158 пробития, 110 альфа. Перезарядка 3 секунды. Перезарядка 3 секунды. Но у него типа хорошая динамика и обзор. Да, то есть он все пересвечивает. Но на этой карте обзор-то не особо нужен. Хотя, с другой стороны, можно через эту внешку попробовать разыграть. Поехали. Поехали, разыграем. Экипаж, там 100% экипаж вроде. Нет? Там вроде экипаж с перками был. Да, я отмотаю немножко. Нормально все с экипажем. Еще просили бабаху на ББХах. Такс. Не, ребят, там нормальный экипаж. Все перки и прочее. Стопроцентный. Да, обзор бы сильно хуже был с плохим экипажем. Меня высветит с такого расстояния. Изи-бризи. Наверх пока не поднимаюсь. Там союзников еще нет. Покатаюсь тут. Спасибо за млеху, ему бы пробитие, как у поляка. А то 280 миллиметров даже ста в лоб не всегда хватает. Бизон продать или ждать ветку, чтобы было. Ну реально, я просто за счет засвета их убиваю. О, с поджогами. Бедолага. Это я еще на этих уровнях толком не играю. Если к ним придрочиться. Ну, паруйся вперед, тебя убьют. Не стал, ну ладно. Я уже полтораху дал. Ничего толком не сделав. Просто уже полтораха. Начало боя. Ну ладно, как начало боя? Счет 5-1. Не совсем-то это начало. У них эти КВ-1 там с Черчиллями умирают от нашей М10 и от нашего Черчилля. Не умирайте, пожалуйста. Ваши ХП мне сильно пригодятся. А, он еще таранит, типа, да? Точно, ты мне рассказывал про таран что-то. Я помню. Так, ну, я на самом деле хочу сюда просто поехать. Надеюсь, у меня союзники еще поумирают. Но не слишком быстро. Там на кумулятивной пушке какой-то.
Блин, зачем-то на автоприцеле стреляю. Блин. Что это такое? Нормально, да. Он на кумулятивной пушке, выйду-ка я танкану ее. Блин, слушай, это невероятная имба, судя по всему. Я не знаю, может, конечно, есть еще такие танки на 5-м уровне. Но пока что выглядит как какая-то прям лютая имбища. Типа с таким обзором, динамикой. Но его вроде никак нельзя получить, да? Или можно как-то? Т-67 кого-то убивал, то есть он, скорее всего, сейчас будет встречать. А, Т-67 там, отлично. Значит, надо просто ехать арту убивать. Нужны ли мне фугасы на арту, вот в чем вопрос. Наверное, нет. Так, где второй артовод? Даже не обращал внимания, что я тут проезжаю. Шикарно. Шикарно. Блин, я еще хочу на этом танчике поиграть. 67 точно можно фугасами пострелять, я это знаю. Но, судя по всему, Т-67 проиграет сам нашему М-10. Ну вот Т-67 я, наверное... Ой-ой-ой. Мне же тут мешает, куда я еду. Думал, будет норм прострел. Норм прострела не будет. Я убрал фугасы, потому что тут... Думаете, он уехал? Охренеть. А как его так Т-10 упустил, этот М-10? Серьезно? То есть он мог прям так наверх уехать? Какая жесть. Это Т-67 тупо невидимка. Нет, это реально имба. Он раньше на 6 уровней был, его просто перевели на 5 уровень с урезанием ХП, стаба, обзор, масса плюс скорость, точность, ДПМ. Есть все. Офигеть, он спрятался. Блин, я хочу еще боёк на нем скатать. Мастер, это все понятно, все прекрасно. 2040 опыта? Что? 2040 чистого опыта? Вы чё, крейзи? Такие рекорды можно ставить. Бой совершенно обычный. Бой не какой-то там суперпотный. Я 2000 чистого опыта сделал за этот бой. Серьезно? Серьезно? 2040 чистого опыта? 3062, ребят, ну вот, в достижение заходишь, это рекорд на этом аккаунте. Это чё такое? Типа на 5-м уровне это довольно типа хорошие показатели? Охренеть.